Здравствуйте, уважаемые зрители. Это у нас неудачная попытка вырастить липу черную, то есть американскую липу из семян. Сходов по-прежнему нет, уже середина июня. Семян я тоже не обнаружил. Скорее всего, они уже сгнили. Скорее всего, причина то, что не образовались сходы, это низкие качества семян, собранные зимой. Надо бы их собирать в сентябре-октябре, выращивать липу в следующем году. Не знаю, посмотрим, буду или не буду. Там смотреть надо, места хватит, не хватит. Так вот, на этом все. С липой мы завершаем. Спасибо за просмотр. До свидания.